Всем привет, ребят, с вами Анна Голд. Я Кексик, всем привет. Сегодня у нас, так скажем, продолжение видео с обзором этих различных сюрпризов и игрушек. Так, я бы хотела, наверное, начать с вот этой вот совушки. Она у нас сшита из свитера, вы это знаете. Кто смотрел это видео, обязательно ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. В комплекте с этой милой и хорошенькой совушкой у нас много что тоже есть. Например, вот сейчас вам покажу. У нас есть такая вот повязочка для сна. Есть такая вот кружечка. Это у нас из Фламирана. Есть, конечно же, печеньки, чтобы она могла покушать. Есть еще вот такая вот сумочка, в которую можно что-то положить. Вот такой вот наборчик. Еще немного необычный наборчик, я бы сказала. Это у нас как бы мороженое. Очень-очень необычное. Я люблю все необычное и милое. Это вы знаете. Такое вот мороженка с одним глазом. Специально так вот сделано и придумано было. Немножко они похожи, конечно. Но это у нас радуга, типа, а это... Ой, радуга и единорожек. А это у нас мороженое. Типа они друзья. Так вот придумала. И есть у нас вот такие вот милые хомячки. Вот этот вот милашка был у нас первым создан. Так что с него и начнем давайте. У него много чего в комплекте тоже было. Была еда, кстати, вот. Еда вот такая вот была. Типа хлопья, все такое. Вкуснятинка. Вот, кстати, мордашка нашей малютки. Были в комплекте у нас еще очки и многое другое. Можете тоже посмотреть это видео. Вот. Это у нас хомячок, который есть и в оригинальных шарах Лол. Вы можете их тоже найти. А это вот уже и придумала я. Это есть такая куколка, единорожек. Именно кукла Лол. Я ее сделала в виде хомячка. И мне кажется, получилось довольно-таки мило. Тем более, я просто обожаю единорогов. Почему бы нет? Ой, хомячок свалился. Ой, и зайка повалился, ладно. Так. Еще я делала LPS, можно так сказать. Это у меня был LOL. LOL Pets он назывался. Это даже, я бы сказала, был первый мой объемный LOL. Точно не помню. Это у нас здесь попался вот такой вот котейка. У него так вот шевелится голова. Он вообще очень-очень мило получился. Особенно мне нравится голова, а не туловище. Здесь есть лапки вот такие вот милые, розовые. Хвостик. Такой вот котейка. И в комплекте с этим котейкой у нас был вот такой вот коврик. Кстати, мягкий такой. Кататься можно. Еще была мисочка, была рыбка еще вот такая вот. Точнее, кость от рыбы. Скелет. И еще вот такой вот маленький коврик. Вот еще у нас что было в комплекте с этой милой кошечкой. Вот такой вот комплект. А еще вы, конечно же, знаете. Кексик, покажись. Да, я здесь. Что такое? И у нас есть еще вот кексики. Целых три, которых я сшила из фетра. Первый у нас поддельный был. Сейчас покажу вам. Первый это вот такой. Этот у нас подделочка была. Лол выглядит в точности так же, как и кексик в этом образе. Вот такой вот у нас необычный желтый кексик с розовыми ушами. Короче, вот такой вот кексик. И один вот такой вот, прям как настоящий наш кексик. И он получился даже меньше, чем этот. Ну, я не сравнивала. Ну вот, ребят, посмотрите. Мне кажется, ну, очень сильно похоже. Очень сильно похоже. Да, мы прям как две капельки воды. Да. Только этот... У нас чуть-чуть смуглее, чем ты, но все же похоже. Да, согласен. Вот такие вот еще кексики. Если вы хотите еще видео с вот этими различными сюрпризиками и объемными сюрпризами в том числе, ставьте обязательно лайк и напишите в комментариях, какой сюрприз, из которых я показывала, вам больше всего понравился. Что ж, а с вами была я, Анна Голд и Кексик. Всем пока! Пока, ребята! Ждем вас в наших видосиках. Всем пока, ребят! А я пошел. Ня-ня-ня. Ух ты, как переводит.